Скорочность увеличил. Двигаю пачки. Двигай более чувствительно. Менее чувствительно. Более чувствительно. Более тут примерно как у Руслана. Вот этот горбик, и вот тут у него где-то включается. У меня тут включается. Еще повторю пушку, потребление пушки, генератор импульса идет на микросхему, которая генерирует пачки, то есть генерирует постоянно там 1,8 МГц, он ее останавливает там, где надо, и получается уже от нее четвертой ножки идут пачки на транзистор. Тут напряжение питается. Тесла где-то 150, то есть где-то 70, 100, между 100 и 50, где-то, думаю, где-то 80-70 вольт теперь.
Горшок теплый. Транзистор на горячий. Поставил RFZ44M. Видимо, он так нагревается от обратной ADS, которая бьет по нему. Потому что если был бы была бы защита, может быть, так не грелся. Индикация говорит, что тут еще напряжение на конденсаторах осталось, хотя я уже там выключил питание. Это идет на преобразователь. Потом от преобразователя идет на Теслу. Тут конденсатор еще стоит. Потом там еще сглаживающий. Туда тут найдут. На выходе пробовал ставить съемный конденсатор, то есть резонансный. Как бы можно и с ними, но для простоты я их убрал. Когда я двигал пачки туда и обратно, нагрузка никаких признаков прибавки не давала. Нагрузка 20 ватт где-то. Сейчас скажу точно. Частота 1,8 ГГц. Тесла. Пушпула где-то 14,7 кГц. Так приблизительно. Уже потерлось, оно не видно. Где-то 22-20 ватт.